Конфликт между Азербайджаном и армянами, имеющий давние исторические и культурные корни, приобрел новую остроту в годы советской перестройки на фоне резкого подъема национального движения в Азербайджане и в Армении. Основным предметом спора между враждующими сторонами является статус Нагорного Карабаха. К концу 1988 года в этот конфликт оказались вовлечены большинство жителей обеих республик, и он фактически перерос рамки локальной проблемы Нагорного Карабаха, превратившись в открытую межнациональную конфронтацию. Конфликт перерос в войну в 1991-1994 годах между армянским и большинством Нагорного Карабаха, поддерживаемыми Арменией и Азербайджанской республикой с жителями. После нескольких лет кровопролитных боев 12 мая 1994 года представители Армении, не признанной Нагорно-Карабахской республики Азербайджана, было подписано трехстороннее соглашение о прекращении огня. И это заключило активную фазу военных действий в регионе и позволило перейти к мирным переговорам по урегулированию конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ. Армяне до сих пор нарушают режим прекращения огня. 12 июля 2020 года подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на направлении Тубусского района Азербайджана-армянской государственной границы, открыли огонь по нашим позициям и попытались перейти в наступление с целью захвата позиций азербайджанской армии. 14 июля в боях на Тубусском направлении погиб генерал-майор Полат Кашимов, а также полковник Ильгар Мирзаев. Всего погибло 5 офицеров, 2 прапорщика, 1 сержант и 3 солдата. Полат Исраил Оглы Кашимов родился 2 января 1975 года в Сумгаите. Корни Полата из села Вендам Габалинского района. Он учился в средней школе 34 города Сумгаит. Занимался он карате. В 18 лет он отправился добровольцем на фронт Карабахской войны. Полат окончил Бакинское высшее общекомандное училище военнослужащих Азербайджана, а также военную академию в Турции. Служил он в Близмурогтага в Дашкесянском районе, был командиром батальона. В 2003 году майор Гашимов под указом Гейдара Алиева был награжден медалью за военные заслуги. В 2009 году получил он звание полковника по распоряжению президента Ильхама Алиева за особые заслуги на территории Азербайджана. Он также был награжден медалью за отчизну. Полат Гашимов по указу Ильхама Алиева был награжден орденом за службу Отечеству 3-й степени. Полат также участвовал в вооруженных столкновениях в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года, находясь на передней линии фронта, и был ранен в ногу. Он также участвовал во взятии одной из высот близ села Талыш, которая была названа в его честь – пост Полада. 19 апреля 2016 года он был награжден орденом за службу Отечеству 2-й степени. 24 июня 2019 года ему было присвоено звание генерала-майора. Полат Кашимов погиб 14 июля 2020 года в ходе начавшихся 12 июля 2020 года боев на армяно-азербайджанской границе в узком направлении. И он был похоронен на 2-й аллее почетного захоронения в Баку.